В этом году на реконструкцию и строительство дорог по стране выделено порядка 300 миллиардов тенге. Только в этом сезоне в Казахстане введут в эксплуатацию 600 километров магистралей в Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, Алматинской и Северо-Казахстанской областях. Сегодня ход строительства трассы Астана-Темиртау инспектировали депутаты Сената парламента. К этому моменту работы здесь завершены на 80%. Но закончить реконструкцию намерены в 2017 году. И добавлю, что при строительстве используются в основном казахстанские материалы. Дорожная отрасль, можно будем говорить так, проживает ренессанс, потому что те объемы строительных работ, которые выполняются дорожниками, они впечатляют. На сегодня по Казахстану ведется работа более чем на 12 тысячах километров. В общей сложности задействовано 30 тысяч работников, что создает новые рабочие места. И только на одном участке дороги Астана-Темиртау протяженностью 33 километра работают около 500 человек, в том числе и местные жители. Дорога строится по параметрам первой технической категории с цементным бетонным покрытием толщиной в 27 сантиметров. По ней могут ездить грузовые 13-тонники. К тому же трасса будет расширена до 4 полос, и здесь же установят барьерные ограждения, и это значительно увеличит безопасность движения. Цементно-бетонные покрытия устанавливаются на тех участках автомобильных дорог, где особенно грузонапряженные участки. То есть там, где проезжают тяжеловесные транспортные средства с наиболее позволяемой максимальной нагрузкой. В соответствии с этим устраивается цементно-бетонное покрытие для ее сохранности, последующей надежной эксплуатации. Километр данной автомобильной дороги стоит порядка 550 миллионов тенге.